Здравствуйте, у меня посылка, подарок. Я не могу сказать, что это сюрприз, так как подписчица мне сообщила о том, что пришлет небольшую посылочку. Это она так сказала, небольшую, но я вижу, что растений довольно много. Подписчица живет в Греции, и у нее было много маленьких орхидеек. Она меня спросила, хочу ли я. Сказала, какие орхидейки есть. Ну и я сказала, что хочу. Кто бы отказался? Только не я. Ну и давайте посмотрим, что же мне прислали. У меня прям настроение так поднимается сразу. Обожаю, обожаю подарочки. Но кто их не любит? Давайте приступим. Здесь так много всего, я, наверное, сначала все это разверну, ну, чтобы не тянуть время, не делать очень длинное видео и очень долгое. Давайте так и сделаем. Растения все очень интересные. Это у нас зеленка от Brassa Lily, Morning Glory. Очень красивая, очень приятно. Здесь маленькая зеленочка от Cattleya bilor. Мы ее сейчас посадим на блок сразу. Это у нас вот такой фаленопсис hieroglyphica. Сеянцы. Меня предупреждала подписчица, что это маленький сеянец. Вот такой маленький ринхостилис. Тоже сеянец. Здесь у нас брасовола главка. Обожаю брасоволы. Это известный факт. И вот такая вот небольшая, но очень-очень симпатичная неофинетия фальката. Название ее у меня есть записано, но я пока не записала его на табличку. Вот такие вот симпатичные подарочки. Большое спасибо подписчице. Удовольствие моря. Буду возиться с детским садом. Обожаю орхидеи. Тем более, что у меня освободилось место. Еще раз огромное спасибо. Подписчица не захотела, чтобы я называла ее имя. И мы это уважаем. Ой, прекрасное растение. Пойду сажать, пересаживать. Еще раз огромное спасибо.